Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Геометрия 10-11 класс. Атанасян, задание 259. В правильной четырехугольной пирамиде SABCD правильная пирамида. Из названия следует, что она четырехугольная. Так, сторона основания равна 6 сантиметров, АБ равно 6 сантиметров, а угол наклона боковой грани к плоскости основания равен 60 градусам. Давайте найдем этот угол. Итак, это двугранный угол, его ребро АД. Чтобы построить его линейный угол, который равен 60 градусам, мы поступим следующим образом. Значит, нам нужно провести два перпендикуляра в плоскостях, которые являются гранями этого двугранного угла. Ну, начнем с того, что проведем высоту SO. SO – это перпендикуляр к ABC. SO. Учтем, что наша пирамида правильная, тогда точка О является точкой пересечения диагонали или центром правильного четырехугольника, или центром квадрата. Точка О. Так, теперь, если мы проведем апофему SH, вот мы проведем апофему SH перпендикулярно AD, ну и соединим точку H и O, то получим проекцию этой наклонной по теореме трех перпендикулярах. Если SH перпендикулярно AD, то и OH проекция перпендикулярно AD. Таким образом, мы получили линейный угол SHO. Он и есть линейным углом двугранного угла между боковой гранью и плоскостью основания. И значит, он равен 60 градусам. А нам нужно найти боковое ребро пирамиды, ну, SA. Вот мы начнем с того, что рассмотрим прямоугольный треугольник SHO. Один из его острых углов SHO равен 60 градусам, значит, второй HSO будет равен 90 минус 60, 30 градусов. В таком треугольнике катет, лежащий напротив угла в 30 градусов, равен половине гипотенузы SH. Отсюда SH будет равна 2 OH. А что такое OH? OH – это перпендикуляр к AD, причем он опущен из точки O. Тогда это просто радиус вписанной окружности. Значит, это два радиуса вписанной окружности. А радиус вписанной окружности в квадрат равен половине его стороны. То есть это будет равно сторона AB. Но все равно какая сторона, АБ или АД, или какая сторона, все равно АБ делить на 2, значит, просто равно АБ. И тогда получается, что SH равно 6 сантиметрам. Итак, мы нашли апофему SH. А нам нужно найти боковую сторону SA. Тогда мы рассмотрим прямоугольный треугольник ASH. И в нем SA – это является его гипотенузой. Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов SH и AH в квадрате. Ну, понятно, что AH – это половина AB, половина стороны квадрата. Значит, AH – 3 сантиметра, а тогда SA – будет равно корню квадратному из SH, это 6, 36 плюс 3 в квадрате 9 сантиметров. Получается корень квадратный из 45. Так, 45 это у нас 9 умножить на 5. И получаем 3 корня из 5 сантиметров. Это и есть искомая боковая сторона пирамиды.
Задание выполнено, и если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте.